Здравствуйте, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», и я его ведущий Олег. Сегодня мы с вами научимся выполнению трюку вальс, то есть научим собачку бегать по кругу. Немножко хотел бы поговорить с вами о правильном выгуле собачки. То есть мы много говорим, и каждая моя передача заканчивается словами «заслужите доверие и уважение, и все у вас получится». Как же происходит заслужить доверие и уважение? Уважение мы заслуживаем с вами можем в процессе выгула. То есть, вот, например, когда вы начинаете собирать собаку на улицу, собачка у вас радуется, начинает истерить. Как только вы берете в руки ошейник, как берете только в руки поводок, я уже неоднократно говорил, что никогда не нужно развивать, поощрять возбужденное состояние собачки. То есть, пока собачка не упокоится, никогда не одевайте на нее ошейник, никогда не цепляйте поводок, никогда не выходите на улицу, пока собачка у вас в нестабильном, неспокойном состоянии. Именно так мы с вами заслуживаем именно уважение. Доверие, когда вы погуляли с собачкой, вы начинаете с ней репетировать, учите выполнять какие-то определенные трюки. Вот, например, как мы сегодня будем это делать с командой вальс, с трюком вальс именно, не с командой, с трюком вальс. Вы заслуживаете уважения. Это вот, то есть, одни, конечно же, не только этими способами, но это составная часть того, как вы должны заслужить доверие и уважение. Итак, у вас есть собачка, вы определились с ее мотивацией, то есть она у вас является либо пищевиком, так называемая зоовитальная мотивация, либо она у вас мотивируется на обучение, это на игру. И уже из-за мотивации, из-за этой, вы уже приступаете вот к первой части изучения трюка, такого как вальс. Номера с собачками представляют из собой набор трюков. Мы с вами научились уже трюку такому, как «умри». Собачка наверняка уже выполняет у вас какие-то команды дистанционно, не дистанционно, сидеть, лежать там. Вот сейчас вальс мы с вами разучим. И вот цирковой номер, люс, с которыми работают, ну, с любыми животными абсолютно, состоит из определенных наборов трюков. И уже режиссер обрабатывает эти трюки, говорит, как вам подойти, под какую музыку подойти. То есть вот таким вот образом происходит постановка циркового номера. Но самое главное, собачка должна уметь выполнять какие-то определенные трюки. Хождение по барьеру, вальсирование. Вот, кстати, вальс можно будет применить потом, когда уже разобьем мы дальше. Сегодня мы только первую часть будем с вами изучать. Это бегать по кругу. А дальше можно будет сделать, как она змейка будет ходить у вас между ног. Ну, давайте приступим к практической части. Итак, у нас собачка есть. У нас есть замотивированная собачка на обучающую, то есть на игровую мотивацию. Вот, то бишь, вот эта вот палочка у меня будет мотивирующим фактором. Если у вас собачка пищевик, то вы можете использовать какое-то лакомство, колбаску там, я не знаю, в зоомагазине купить какое-то лакомство и уже провоцировать собачку на движение именно вот под кормкой. Итак, давайте. Первое, что мы с вами должны сделать, заинтересовать собачку. Видите, собачка возбудилась. Да, вот мы сейчас. Давайте. Приступаем к процессу игры. Никогда не надо ругать собачку, когда она не выполняет. Давай. И просто начинаем, чтобы было видно вот так. Да? Вальс. Вальс. Молодец, хорошо. То есть он выполнил команду, я его поощряю в виде броска. Для него игра является как бы мотивацией. Заметьте, когда я начинаю собачку движение, то есть он бегает, начинает у меня за палочкой, у вас может быть это подкормка, обязательно произносите голосовую команду. То есть потом мы с вами эту палочку уберем, точно так же, как и уберем подкормку, и у нас останется движение только руки. Итак, вальс. Вальс. Мы можем провести между ног собачку, например. Вальс. Ай, молодец, хорошо. Молодец, хорошо. И запомните, главный принцип дрессировки – это плохое не замечать, хорошее поощрять. То бишь у нас собачка сделала все хорошо, сделала все правильно,
Мы ее поощряем, кто-то колбаской поощряет, я поощряю игрой. Итак, вальс, вальс, вальс. Молодец, хорошо. И поощряю палочкой. Потом это движение можно превратить в восьмерку. И точно эту палочку точно так же можно водить и вальс, вальс, вальс. Молодец, хорошо. В следующем уроке мы с вами уберем эту палочку. А сейчас хочу вам сказать, что еще раз повторить главный принцип дрессировки – это плохое не замечать, хорошее поощрять. Поощряем мы в зависимости от мотивации нашей собачки. Итак, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», и я его ведущий Олег.